Так, всем привет. Снова у нас тыковоголовый Пумпкин Джек. Ой, что мы с вами уже прошли? Поле, заброшенный рудник, проклятое болото, городской склеп, караул. В городском склепе я даже 4 штуки не нашел, ну это ладно. Так, у нас осталось зловещее кладбище и последний левел. Что у нас тут зловещее кладбище? Свет волшебника привел Джека на заколдованное кладбище. Где он должен найти дальнейший путь? Поехали. Мне зато чем нравится игра, в ней нету выбора уровня. Ну типа по сложности. Игра есть игра. Я вот тут не понял, у нас вот эта коса, она что делает? Не, а можно мне вот... Не очень... Серьезно? Я могу назад пойти? Чуваки играют на костях. А, я туда не могу попасть. Что, они доиграют? Наверное, может, до конца надо дослушать. Я думаю, они на бесконечности играть будут. Ладно. Я думаю, просто сюда никто не ходит. Не пошел бы никогда бы. Ну так что тут ничего нету. Кто может пойти назад, когда тебя вперед пускают? Я думаю, они играют до упада. Ну да, она цикличная. Ладно, пойдем. Так уж и быть, посмотрим, что там дальше у нас. Ух, кладбище. Ну именно кладбище. Я помню, где-то было достижение написано, типа, связано с кладбищем. Убрать лишние надгробия. Я вот не знаю, это вот эти надгробия входят. В это задание. Не потревожь неупокоенные души, Джек. Ой, да пошли они в задницу. Оп. Опять карта покажет, что тут будет. О, там какой-то дедок стоит. Интересно, ты кто? Следующий босс. Тут очень много всего. Вау! Ты кто-то... Ой! А, он прям за мной бегает. Я даже... Они за мной ходят. Может, надо косой вот это их ёбать? А, слушай, они умирают.
Значит, какое-то время надо. Воу-воу-воу, они очень больно бьют. Да? Но они все-таки умирают. Ладно. А, да, слушай, они умирают. Ну ладно, черепок открыли. Это, наверное, задание какое-то будет, да? Ладно, мы пока эти надгробит. О, смотри, еще черепок. Уж все, мне теперь надо реально ходить тут почти каждую усадьбу рассматривать. На одной локации уже три нашел. Так, а это мы еще туда не ходили. О, как интересно. Да, я слышал. Что-нибудь тут, может быть, есть тоже? Но там есть проход. А там черепок. Слушайте, что-то тут очень много черепков. Я уже, считайте, 5 нашел. Мне теперь надо как-то туда попасть. Давай попробуем. Наверное, это отсюда надо. Ага. Слушайте, я уже в одной локации 5 черепов нашел. Так, ладно, давай. Давай к нему не пойдем. Пойдем? Вот тут. А, ну оттуда мы ходим. Все. Локацию обшмонали. Сейчас давай почитаем, что он нам скажет. Говорить. Это кто? Хо-хо, приветствую. Ох, а ты тут очень даже к месту, хо-хо. Я уже достаточно проторчал на кладбище Гремлин. А, это Гремлин. Но не на этом, хо-хо. Я про другое кладбище. О чем ты говоришь? А, за этими вратами лежит внутреннее кладбище с целой кучей монстров. Гаргульи, призраки, скелеты и даже волшебник. Волшебник? Он здесь? А, ну пропусти меня, ты... Я бы с радостью, хо-хо, но не каждый может войти. Пройди мои испытания, я тебя пропущу. А, это вот эти три зеленые я видел. Ладно, что за испытания. Чтобы открыть ворота, мне требуется сила 3 гримуаров. Они находятся в склепах неподалеку. Один здесь, и 2 там. Принеси все 3 гримуара, и я пропущу тебя. Да что с вами, что с вами всеми? Откуда столько бессмысленных заданий? Ну ладно, пойдем. Я предполагал, что это не просто так вот эта зеленая поеботня горит. Ну ладно, мы тут нашли 5 черепков. Кстати, ей надо еще... А, вот как оно. Ага, она с ловушками. О, шустро. Ну ладно. А чё, обратно тоже надо будет через это проходить? Обратно, думаю, сейчас я возьму, что-то будет не то. Давай. Ага. Так, держать, Джек. Еще 2 гримуара, я открою ворота. Гримуар. А, у меня телепорти... У меня ТП-шит. Так, подожди, тогда надо тут все тщательнее рассмотреть. А вот статую эту можно? Нет, нельзя. Вот самое будет обидно, если я тут не найду граммофон. Но если я его найду, то это будет прикольно. Так, надо вокруг пробежать. Мало ли чё. Так, ну это, я так понимаю, было самое легкое. Или оно у всех?
Так, тут уже противники. Ну ладно. Просто крысы. Крыс фигня. Ну, вообще, пока вот... Я, может, угадываю по степени сложности. Ого, вот и следующий. Еще один и дело с концом. Вот еще последний, да, вот этот. А я думал, вот этих духов, которые... О. Смотри, я еще нашел. Случайно причем. 6 штук на одном месте. Просто ворот прошел. Давай, да, пойдем. Че тут? То же самое. Я думал, тут поинтереснее будет. Это ж третье. Тут летучая мышка. Я так понимаю, надо было сначала в пустой, потом с летучей мыши зайти. Если честно, так себе охрана. Прекрасно, а теперь... Отойди, врата откройтесь. Так, подожди, ты врата открыл. А можно я назад сбегаю опять? Я этих чудиков хочу проверить. Они все еще играют? И они веселятся до упаду. Веселятся до смерти. Ха-ха. Ладно, давай тогда разрушим все надгробия, которые тут есть вообще на территории. Или надо разрушить только лишние? Вот. Не, лишние не... Хотя я уже поломал многие. Вообще фиг с ним. Вау. Сгорелось. А, эти-то и не ломаются. Я понял. Сейчас мы будем ломать все лишнее. Просто видел, где-то было достижение сломать лишние надгробия. Ну, типа, которые вот просто стоят. Которые стоят где надо, они должны быть. А эти надо ломать. Давай попробуем. Бля, их много. Как-то подумать. Типа вот эти вот реально ломаются, а вот эти нет. Так, ну ладно. Нет, если честно, мне вот... Левольверчик вот этот, ну, очень понравился. Так, давай смотреть, что тут сломать можно. Это, вот это не ломается, окей. А чё, оно красным горит? А, красным, потому что мы там были. Мы сломаем все лишнее. Бля, ну пушка мне это нравится, просто обалденная. Вот это вот не ломается, да. А вот это с этим. Сломаем. Самое главное сломать все, а то, бля, где-нибудь пропустишь. И уже достижение будет не выполнено. Тут я больше не вижу. А, вот. Шел. Так, ну вроде бы тут все поломал. Нужные надгробия я оставил. С крестами. Все остальное сломал. Пошли дальше ломать. Ну чё ты ждешь? Ворота уже открыты. И чё я жду? Возьмешь и закроешь передо мной. Чекпоинт. Вот это не ломается, да? Да.
Это место сошло с ума. Да не совсем. Но вот это вот надо сломать. Ой. Уа! Я случайно. Ха, оно случайно загорелось. А оно долго гореть будет? Бля. Гад такой. Я где-то ворон слышу. Ага. Ить. Ага, его только убить можно. Так, подожди, а пока я тут где-то еще есть? Ворончикин. Так, ну этого можно... Этого так не убить. Это щит стоит. Так, а еще есть что-нибудь? Что-нибудь где-нибудь интересное есть? Что, не будешь по мне сейчас стрелять? Щит-то стоит у него. Так, ну я так понял, у меня наверх. И внизу кто-то меня ждать будет по любасу. Да нет. Сохранение. О, я вижу ворона. Тут никого нету. Странно. Начинается такая опять залупка перепрыгиванием. Он ранение. Вот там точно что-то будет. Не просто там такая статуя. Ну пошли. Прыжок веры. Воу. Это горгулья. Да. Нихера она мощная. Она там специально делает вверх такую. Что-нибудь еще тут есть? Вот тут должно быть что-то. Не может же быть, чтоб тут ничего не было. Хотя я там собрал одну штучку. О, а я правильно делаю, да? Там ничего нету, да? Бля, тут надо все просматривать. Вот этот уровень мне пока нравится. Черепок. А, я понял. В чем прикол. Мне все равно сюда надо. Можно снизу, а можно сверху. Горгули нету больше? Нет, тут какой секретный магин. А вот там чувак стоит, я вижу. Ух ты. Окей, я с этой пушкой опасен. Надгробие ломаем. Нужные, ненужные. Там вроде нету ничего. Это не ломается. Вот, сейчас сломаем. Ага. Пойдем. Поинт. Опять горгулья. Ну ебаный Европа. А тут ты что же стреляешься? Я еще от чекпоин... не отчекпоинился. Давай. Я так понимаю, он тут не один будет сейчас. Его только в упор убивать надо, не давать никуда перебежать. О. Ломаемся над гроби, вот эти каменные. А, это будет. Так, тут ничего нету. Или тут вторая горгулья будет.
Тут видно, горгульи эти прям стоят. Как-то слишком тихо, у меня плохое предчувствие, Джек. Слушай, блядь, вот было все нормально, пока ты не сказал. Здесь слишком тихо. Либо сейчас какой-нибудь биг босс нахуй вырастет. Оп, ты слышишь? Ай, ебать. А он меня сейчас хватит, да? Контроль высоты? Это как? По самому надо контролировать. Опять начинается. А его нельзя, да? Надо себя контролировать. Ну ладно. Типа она каменная, немножко тяжелая, да? Ну ладно. Но я пока не вижу сложности. Разобраться можно довольно просто. Да. Контролировать, чтобы себя не убить. Я понял. Ну, это все-таки немножко легче, чем вагонетки. А, с ней еще и сражаться надо. А туда нельзя вернуться? Пустите. Ну ладно. Нельзя так нельзя. Не, по сравнению с тележками, бля, это намного легче. Просто контроль высоты делать. И все. Так, ломаем надгробие. Все лишние надгробия, которые можем сломать, ломаем. Не знаю зачем, но я попытаюсь. Я уже говорил, что ненавижу горгулей, потому что я ненавижу горгулей. Теперь не могу. Ты не можешь. Контрольная точка. А я, кстати, очень, очень хочу граммофон попробовать найти. О. Опять начинается. Так, ну если я так понимаю, опять этот дедок. Чё тут? Ого, Джек, снова здравствуй, рад тебя видеть. Опять ты? За что мне это? Как ты попал сюда раньше нас? Тайна смотрителя кладбища, хо-хо. Конечно. Неважно, пропусти меня. Думаю, тут... ты уже понимаешь, что это не так просто. Дай угадаю, чередное испытание. Нет, всего лишь услуга. Это еще хуже. Хочу, чтобы ты убрал все эти надгробия. Что? Зачем? Я лишь маленький смотритель кладбища. У меня не хватает мест для новых могил. Ты тут... Для того, чтобы уничтожить весь мир, мне понадобится место для новых могил. Я лишь прошу тебя убрать все эти надгробия. Это легко. Когда закончишь, открою ворота. Это подозрительно. Можешь начать оттуда. Принимайся за работу. Как, когда я успел стать всеобщим мальчиком на побегушках? А я так понимаю... Я их не просто могу сломать, да? Ну, сломал, и чё? А, их просто 15 штук? 14. О, тут ещё и призраки. Ладно, призрак хуйня. Я думаю, эти надгробия заново не будут появляться. Ну, сейчас сломаю я все эти надгробия. Что дальше? Там где-то вороны.
еще 5. А где они? Я думаю, это не просто будет. Осталось 3. Ой! Рипджек? В смысле рипджек? Тут где-то вороны кудахчут. Не понимаю, где. Где-то снизу? Вот они прям где-то тут. А я не вижу. Ладно, пойдем вниз. Мне же надо еще 2 надгробия найти. Еще одно. Где же одно? Где может быть еще одно надгробие? Интересно. Я думаю, там вот это испытание не просто. А, вот оно. Что-то я его не увидел. Хорошо, теперь тебе, ох, нужно сделать, ну, отделить свою голову. Да-да-да. Где-то еще вороны. Скажи, где они? Вот слышал. Это каркали. Интересно, а что тут за испытание с головой? Да он меня должен пропустить, я не понял. А, он там ворота открывает. Господи, что-то туплю. Не по-адетски. А тут, я так понимаю, только одна ворона, да? Ой, ну, череп вороны. Я больше нигде не вижу. А тут написано мне, рипджек, вот. Так, ладно, ничего там будет сейчас. Давай посмотрим. Игра в запоминалки и убивалки я видел. А это чё? О. И чё мне надо? Как много надгробий. Приступим крушить. Ты вот так вот? Я понял, что это такое. Подожди. Подожди, надо Мишела найти. Я понял, что за игра. Блять. Даже я Раф Вилсон где-то вот тут был. Это не тот. Вот этот может. Блять. Вы серьезно? Альбус Войкер. Есть Альбус Войкер где-то еще? Альбус Войкер. Блять, да вы что, серьезно? Альбус Войкер. Где Альбус Войкер, бля? Что-то его нету. Бля, что-то я не понял. Я все надгробия разрушил. Альбус Войкер. Альбус Войкер. Нету такого. Подожди. Лев Войкер. Бля, я не под тем смотрю. Нужны фамилии. Йода. Дупонт. Давайте Дупонта искать. Есть Дупонт. Дупонт, Дупонт. Смит, Дупонт. Нужен Дупонт. Я же так понимаю, вот Дупонт. Он был тут.
Бля, пиздец. Джонсон. Джонсон. Где-то я еще. Надо убрать хотя бы один ряд, чтобы. А ров. Где ров был? Это Смит. А ров. Уилсон, Смит. Блять, вот этот Уилсон с этим. Хамот. Блять, вот. Бля, не сразу понял, что надо делать. Фарон. Фарон мне. Кофе. Блять, а вот Фарон. Да ёб твою мать. М-кафе. Блять, вот сука. М-кафе сюда. Пипец. Здесь мы никого не разбудили. Ого, отлично, сейчас открою ворота. Блин, пока эту головотяпку решишь, да. Здесь мы написано. А, ну в принципе, если я так понимаю, мы выполним задачу того, кто нам приказал. Это будет наше надгробие. Вроде бы я больше тут ничего не нашел. Обежал все вокруг полностью. Но эти надгробия я все равно поломаю. Новая контрольная точка. Хорошо. Мы больше летать не будем, я думаю. Опять мертвяки впереди. И посрать на мертвяков. Бля! Тебя я вообще не ожидал увидеть. Тут духи умирают долго, кстати говоря. А чё, всё, что ли? В маленькой локации так много народу было. Ага, эти там, я понял. А тут нету ничего, да, больше? Офигеть, в такой маленькой пространстве и посох. Зомбарин. Так, ну я понял, что надо делать. Сначала вот сюда. Вот сюда. Какой сложный лабиринт. И в жизнь бы не прошел бы. Это еще шумят. Птички. Ага. А еще есть что-нибудь? Да нету. Ну, я расстроен. Окей. Эй, граммофон что-то не вижу. Да, зрительно как-то. Вау. Она так. Уф, у меня снова голова кружится. Да тут камера-то, если честно, тоже не очень-то себя весело ведет. Такими под углами. Использовать трос. Да мы. Ну давай. Уи-ха! Ага. Там чувака еще нельзя убить, я понял. Так,
Этого надо тоже сейчас. А этого можно и так ебнуть. Он? Да-да-да, стреляй. Идешь к успеху. А тебе? Всё? Противники закончились. Так, противники закончились. Можно я тут рассмотрю? Как-то подозрительно. Ничего не видать. А, там горгулия. Сука, с лучником, блядь. Все, доигралась. Дынь. Дынь. Ну, эту одну можно и так ёбнуть. Пищащая. Интересно, а кто противник тут будет? О, смотри, что я нашел. Там еще есть ворон. Но мне бы еще бы найти бы граммофон, который я не вижу. Это сейчас тут черепок откроется, да? Да. Один там, другой тут. Это еще два. Еще две башни какие-то впереди. Того 14. Будет печально, если там был где-то. Я слышу, где-то тут. А, еще вниз можно? Где-то пищит, во. Я думал, где пищит, я вроде взял хранение. И добро. Хранение. Бесконтрольные точки с хранением. Есть куда? Мне туда надо вообще. Шестнадцать. Окей. А граммофон я так и не нашел еще. Блин, печально. Сюда сходить. Тоже ничего нету. Ага, контрольная точка. О, я уже где-то слышу. Так, давай возьмем чек. Пойдем, вот, откуда я их слышу. О. Так. Я собрал уже... Блядь, я пока это ломать не буду. Пригодится, наверное, еще. А это, случаем... Что, не босс, да? Четыре тут. Давайте без босса. Локация очень огромная. Наконец-то собор. Ой, это кто такие? Что за механические чудики? Ворота закрыты. Ворота-то закрыты, а территорию можно побегать. Надгробий что-то много. А я думаю, это противники какие-то. А какие? Что они делают? А если их не буду трогать, они не будут меня трогать? Много. О, кстати говоря. Давненько мы с тобой не виделись. О, Джек, ты меня преследуешь? Не льсти себе, урод, что ты здесь забыл. Разве это не очевидно? Выкапываю. Выкапываешь тела? Конечно. Итак, ищешь что-нибудь новенькое? У меня как раз появилась новая кожа. Но у меня на коньюка не хватает. А инспектора я не хочу брать. Поэтому пока закончим. Все равно, чтобы выкупить всю одежку, мне надо... Это типа точка, откуда начинать?
Я вижу клоуна. А, колонну. Эх, если бы у нас тебе были крылья. Колонна. Это что-то связанное с горгульем полетом, наверное. Дальше. Да нет. Я где-то кого-то слышал, но... А он, по-моему, внутри. Новая контрольная точка. Чё-то здесь ворот очень много, куда можно разойтись. А их, кстати, нельзя трогать. Так, я тогда пока внутрь не пойду, а полезу наверх, что ли. Грех не попробовать. А, я, наверное, может быть, и смогу, нет. О, а вот и ворон. Этот висит тут. Где-то еще, кстати, есть. Я думаю, я иду правильно, я найду граммофон. Он же должен быть на такой высоте, как раз таки. Вниз я не хочу идти. По ощущениям, что пойду вниз, и мне пизда. А наверх я шибко не вижу. Ой, чуть не ёбнулся. Да, вот я ползу, вопрос. Вот наверх. Не просто ж так, наверное, туда ползу. Ломать? Интересно. Эта статуя содержит в себе грех. Нам осталось еще 6. Чего? Еще 6? А я думал, что сюда лезу. О, вот это кружок веры. Это прямо отсылка, ебать. А, о, где еще один ворон? Бля, мне еще 6 таких надо. А чё, раньше-то не сказали? Я поискал бы их. Эти мне мешать не будут. Подожди, 6. Ладно, давай. Законтролимся. Пойдем внутрь. Я думаю, с ним поговорить надо будет сейчас. Ну да, как аргумент. Это вообще кто такой? Добро пожаловать в мой собор, Джек. Ага. Ты кто такой? Я архитектор ада. Мой хозяин приказал ожидать тебя здесь. Понятно. Собор разрушен. Это ты так время убивал? Это собор был разрушен до моего прибытия. Я считаю своим долгом сохранение его величия. Ну, всем нужно чем-то заниматься. Будучи архитектором ада, я ответственен за строительство и обслуживание всех систем. А клонирование упрощает мою задачу. Должно быть здорово. Я думаю, это будет босс. Не может быть чувак, который клонирует себя, чинить что-то. Немножко похожим на рыцаря. Не быть боссом. Ладно, я здесь. Что дальше? Архитектор. Где... Этот подлый волшебник. Он был здесь несколько дней назад. Мы пожелали друг другу доброго здравия, и он ушел через портал. Я знаю, как открыть такой же портал и отправить тебя прямиком за ним. Отлично, наконец-то хоть кто-то полезный. Чего мы ждем? Сперва ты должен... Ох, черт, я-то думал. Порталу нужна энергия, Джек. Волшебник использует магию, а нам придется импровизировать. На этом кладбище есть статуи, в которых заключена сила 7 смертных грехов. Один я уже раздолбал. Разбей статую и выпусти эту силу, а я смогу открыть портал. Что ж, ломать, не строить. Показывай дорогу. Но я один сломал уже, чувак. Да не... Статуя, в которой заключен грех, гордыня находится на... Остальные статуи находятся за этими воротами. А, мне в 4... Быстрее, Джек, с каждой минуты волшебник становится сильнее. Первую я уже сломал чисто случайно. Блин.
Там мне надо вот в эти все точки идти. Ну, пойдем, начнем слева, что делать. Где-то ворона. Подожди. Я где-то кого-то слышал. Да нельзя. Подозрительно. Ладно. Я реально где-то кого-то слышал. Ладно, пойдем посмотрим. Блин. Что это такое? Отдать вороне череп? Чем? А если я не хочу? Подожди, я где-то же ворон слышал. Подожди, а мне во все ворота надо отдавать по черепку? Я не хочу. Не, вот тут просто противник. Я все равно сильнее. Ты сажешься в грех гнева, и мы разнесли ее на щепки. Осталось 5. Ну ладно, 5-5. Пойдем еще по... Пока в ту не пойдем, а чё? А, огонек. Хоть огонек пропадает. Чтобы пришлось мне бы. А вот и череп. Черепка, воск, столько черепов. А-а-а, я понял. Они с подвохом. Да ёб твою мать. Вниз нельзя, да? Я понял. Блять, они большой урон наносят-то. Ничего, хоть подпитать себе энергии можно. А, и сразу все сломалось. Подожди, а может где-то есть нужный остался? И все сломались. Где-то слышал ворона. Нету. Блин, фигово. Ну где-то слышу, где-то есть один череп. Я не понимаю, где он находится. Где-то каркает. А я не вижу, где. Была иллюзия обмана. Блять, чуть не упал вниз. Нету. Ладно. Здесь горгуль летать будем. Ладно. Подожди, надо тогда еще разок забраться наверх. Грех это не сделать. Может, я где-то что-то не слышу? Или не вижу? Нет.
Ладно, хрен с ним, пойдем сюда. Серьезно? Ну не, я не хочу я головоломку эту. Да, бля. Полюбас головоломкой летать. О, опять ищи фамилию, да? Крюгер. Где мне искать Крюгера? Начнем с Крюгера. Блять, их очень много. Блять, где Крюгер? Паркер. Запомнили, еще есть Паркер. Мне нужен Крюгер. Тут какой тут? Мне Крюгер нужен. Где, сука, Крюгер? Паркер. Я понял. Я в самом конце, что ли? Ебать. Так, где-то был Паркер. О, ебать, сразу. Вот этот, наверное, тоже был. Нет, Паркер вот этот. Значит, вот этот, вот. Серьезно? О, давай. Арчер. Арчера я не помню. Бэггис. Старк. Арчер. Ну, вот это Арчер. Ага. Чтобы Старка найти бы. Старк вот тот дальний. Блять, ну это вот реально угадайка. Находишь одного и долбишь по всем. Где? Блять, где-то я его видел. А хуй его теперь вспомнишь, где он, блять. Старк. Да, блять, не то. О, Зуган, она еще больше. Пэггинс. Ищи Пэггинс теперь. Шоу, Смит, блядь. Это случайно. Пайдж. Это Шоу. Блять. Да где Шоу-то был? О. Уэй. Файдж. Вот Файдж. А где Файдж был? Этот Файдж. Баггинс. Баггинс я что-то так и не нашел. Вот Вэй. А вот Вэй. А где Баггинс? Вот и Баггинс. Начинается вот это, знаете, туды, сюды. Так, вот осталось два. Хартман. Ой, блядь, я угадал. Ну ладно. Очень много тут всего было. Ох. Блять, ну это уже час, а я еще даже не прошел. Осталось еще три. Три. Еще попаду три. Я так еще и не встретил, если честно. Мюзикл шкатулку. Пойдем сюда. Подожди, я сюда. Да, дать надо. Если мне осталось еще три. А вот туда еще. А там горгулья. А думаю, последний портал, который. Ну, последний статус, где надо его активировать, это надо будет этого убить. Потому что мне три осталось. Давай, хватай, что ли, меня.
А ты что тут делаешь? О, привет, Джек. О, нет. Отстань, жаба. Я больше не буду проходить испытания или выполнять просьбы. Ни твои, ни чьи-либо еще. Я и так потратил уйму времени на бесполезную беготню, исполняя прихоти каждого встречного. Все, мне надоело. Если ты так решил, то я не помогу тебе пройти через кладбище. О, выше нос. Я шучу, конечно же. Я помогу тебе. Ты хоть... Ты хотел узнать, как я передвигаюсь по местности? Ну, горгулья, блядь, летает. Да, я уже знаю. Тайна смотрителя кладбища. Что ж, вот смотри. О, Абеляр, пас, мальчик. Ну вот я так и понял, что он на этой горгулье. Я так и предполагал, что он на этой горгулье перемещается. Анфас. У меня же подозрение, что может быть боссом вот этот чувак с горгулей. А он мне сейчас привезет, и я опять драться буду. Я не успеваю читать за ворону, потому что мне надо сосредоточиться с поворотами. Где финиш? Вторая гонка всегда дольше первой. Точнее, не гонка, а... участие. А вагонетах было тогда три. Ну, там, на второй локации. Или на первой. Я уж не помню. О, пролетели. Ишь ты. Полетел. Ладно. Интересненько. Ну ладно. Ну ладно, пошли отдавать черепок. Блин, я не хочу такого отдавать. Я еще один не нашел. Один. Я не знаю, где он. Вот он где-то каркает. Понимаю, где. Там же не может быть. Блять, все-таки надо забраться наверх. Так, можно сохраниться? Типа. Уж лучше тут сохраниться, чем где-то в другом месте. Это такой же долгий уровень, как и третий, по-моему. Уже целый час играю. Или тут просто ворона где-то каркает, и мне кажется, что здесь кто-то есть еще. Ну там же есть что-то. Может же быть такого, что там ничего не было. По-моему, просто вороны каркают. Но я не уверен уже ни в чем. Ворона может висеть где-то прям реально, может быть, в воздухе. Нет, до нее надо пробовать допрыгнуть. Потому что здесь ее я не вижу. Кстати, она может еще быть за повозкой вот там. Но я в этом тоже не уверен. Поэтому... Давайте пока просто вот сюда опять. На крыше ее там тоже нету. Конечно, вид хорош. Но ворона я не вижу. За этой куклой тоже не вижу. Мяу.
Не, за ним нету. Блин, ну ладно. Пойдем отдавать, что ли. Последнее место осталось. Это значит просто где-то скрипт срабатывает, и мне кажется, что где-то вороний черепок. Хрен его знает, где может быть он. Этот-то я забрал. Вот остался один. Я не знаю, где он может быть. На самом видном месте в начале где-нибудь. Хотя я там все пролазил. Да посмотрим. Поглядим. Поглядим, увидим. Блин, тут, тут прям такое название отдать. Из этого я не открою ворот. Джек, как ты смеешь? Что это? Ты падла. О, я граммофон вижу. А-а-а, я понял. Ну, пошли. Я понял, в чем прикол. Вот он последний 20-й. Мне достижение дали. Пойдем за граммофоном. Я его увидел. Бля, он прям в самом конце, ебать. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Пойдем. Воду мы не наступаем. Блять. О, танцуем. Ой, бать, какой музон. Обнаружен граммофон. Да ладно, я прям не знал. Ну все, сейчас мы отдаем. Вот только это, по-моему, последний локат. Ну, не последний этот. О. А где? Отлично, Джек, мы почти готовы. Отправляйся в склеп перед собором. Осталось последнее дело. Ёбнуть меня, блять, осталось последнее дело. Вот 100%. Ж не может быть такой большой локации без босса. Ну, там, там какой-нибудь барьер появится, он, блядь, со мной пиздиться будет. Или он свои копии выставит, чтобы я не прошел. Да хуй его знает, всяко может быть. Смотреть, что внутри. Ебать! Вот на это я не ожидал. Чё мне с ним делать? Так, босс, которого я не знаю, как бить! Ёп, твою мать! Я понял. Вау. Что надо делать? Мы в желудке. Что делать-то надо с ним? А, я понял, наверное, что надо. Блять, надо разрушать ему эти статуи внутри, это колонны. Ой. А чё, у меня типа получилось? Ой. Так, я понял. Оп. Он там... Ух. Зак... Да. Ну я понял, сейчас разберемся. Давай. Ой, она крепкая. Эп.
блядь, да ёб твою мать! Хер ли он такой шустрый? Так. Ой. Ну да, он все больше и больше их делает. Я понял ваши... Ай. Бляха-муха. Ну как он это долго делает, конечно. Давай, где? Как с тобой еще сражаться, бля, заебал. Бля. Ломай давай. Он сломал. Все, разрушился. Убийца голода. Победил, одолел чревоугодие. Отлично, Джек. А, ну вот последняя статуя. Вот и все, Джек, пойдем расскажем этому ненормальному архитектору. Бля. Архитектор реально ненормальный. Но я предполагал, что тут будет босс. Но я не понял, что за босс. Ну ладно. Это уже второй босс, которому я ничего не делаю, просто уворачиваюсь. Отлично сработан, Джек. 7 смертных грехов были выпущены из истощения. Подожди. Ты это имел в виду... Я думал, статуи просто заколдованы. Статуи были лишь печатями, сдерживающие грехи. А ты их освободил. И с этой силой я смогу открыть портал прямиком на север. Ну, по крайней мере, мы сделали мир немножечко хуже. Открывай портал, архитектор. Мы еще... Волшебника... А, мне еще волшебника убивать. Хорошо, Джек, но будь осторожен. Волшебник умен и могуществен. Поэтому прими от меня кое-что. Я наделю твоего черного спутника своим даром клонирования. Когда ты пройдешь через портал, твой спутник сможет в любой момент создавать свою копию. И мне придется теперь еще больше этих назойливых пернатых. Ого, спасибо, вот это подарок. Всегда о таком мечтал. Твой маленький друг верно тебе служит, Джек. Тебе стоит это признать. Судьба мира в твоих руках, Джек. Теперь иди, убей волшебника и обреки мир на погибель. Давай. Где портал? А, бля, струя, я думал, в него надо войти. Ну ладно. Прилетели! Ура! Вот и пятая часть. Я, наверное, сразу шестую сделаю. Ну как? Наверное, сразу давайте пройдем уж, добьем эту игру. Inside the expansive cemetery, Jack delves deep into a demonic neighborhood that lies within, filled with monsters, gargoyles, and the spirit of the dead. Jack meets with the architect, an agent of the devil sent to deliver Jack to the wizard's destination with the power of the seven deadly sins. Long since plugged by humanity's virtuous knights. Destroying six of the idols, restricting the power of the sins, Jack slays the embodiment of gluttony itself to unseal the power of the sins, the greatest force of evil known throughout history. Using his great magic and the sins' power, the architect constructed a portal to the far, far north, where the wizard now attempts to unlock the secrets of the amulet. To usurp the devil's power. Time is certainly running out for Jack and his companions. If they cannot traverse the harsh and bitter north, the wizard's final defenses against the darkness, then he will fail in his mission. Так. Все-таки давайте сделаю в два ролика. Но они, конечно, будут в один день. Поэтому сегодня всем... Пока. А завтра увидимся. Давайте. Пока-пока.